Привет всем, дорогие мои! В этом видео я хочу вам показать и поделиться с вами, какая идея пришла мне в голову. Итак, давайте посмотрим. Мы, как видим, у меня здесь кружева и мои босоножки, которые вы уже видели. Нитки, ножницы и, в общем-то, в принципе, все. Какая же идея мне пришла в голову? Итак, вначале я хочу рассказать, почему эта идея мне пришла в голову. Дело в том, что у нас здесь не очень большой городок, но есть все-таки шопинг довольно-таки, я бы сказала, и неплохой. Но обуви у нас здесь не так уж очень много. Чтобы купить хорошую обувь, надо ехать в большой город. Далее. В онлайн, через онлайн обувь я не покупаю. И вообще я никакие вещи не покупаю через онлайн. Мне уже несколько раз писали, почему вы через онлайн не закажете, не купите. Не покупаю я, потому что я не доверяю, я не верю этой пересылке, этой покупке, этому шопингу. Я не верю. Особенно обуви, потому что обувь надо мерить, только лишь мерить самой. Через онлайн вы никак не сможете это сделать. И чаще всего всегда получается обратная пересылка. То же самое одежда. На картинке все красиво, а когда что-то присылают, не всегда все подходит. Итак, дело в том, что сейчас в этом сезоне, наверное, в следующем будут кружева в моде. Да, кружева, дорогие мои. И не только в одежде, а и в обуви. Мне пришла идея обувь сделать с кружевами. И давайте посмотрим, как у меня получился второй босоножек, который я уже сделала. Вот таким образом получился у меня второй босоножек. Кружева, нитки, иголка и больше ничего не надо. И я хочу еще добавить немного сюда. Я примерно вам покажу. Это я еще буду делать. Ну, примерно где-то вот так вот. Чтобы было немного кружева на пальчиках. Ну и второй босоножек я буду сейчас делать. И результат в конце я вам покажу и померю обязательно, чтобы мы посмотрели, как это будет смотреться на ноге. У меня есть еще идея добавить вторым ярусом. Надо посмотреть. Вначале надо померить, а потом посмотреть, будет ли это красиво. Итак, друзья, я хочу сказать, что носок очень мне нравится. Носок очень хорошо смотрится, когда немного выглядывает кружева. Результат, дорогие мои, получился такой.